Американская тяжелая бронетехника доставлена в Литву для размещаемого здесь на полгода механизированного батальона вооруженных сил США. Первые танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» прибыли в эту страну в понедельник. Остальная техника, как сообщается, будет доставлена в ближайшие недели. Около 500 военнослужащих сухопутных сил США останутся в Литве до весны. Впервые на столь продолжительное время. В Вильнюсе отмечают, что это послание для России о том, что США вовлечены и дополнительный фактор сдерживания. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, а заявления НАТО о российской угрозе используются для того, чтобы стягивать военные контингенты к границам РФ. Полигон в Побраде, где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы. Тем временем в Бресте проходят российско-белорусские тактические учения. В маневрах участвуют более 900 военных и свыше 200 единиц техники. Военные двух стран отрабатывают совместное ведение разведывательно-боевых действий, десантирование личного состава и техники в ночных условиях, проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне.